Всем привет! Интересный пакет, да? Из ролика вы уже, из названия ролика вы поняли, что это такое. Было голосование в группе, подписчикам стало интересно. Игорь, как всегда, повелся и заказал. Первый телефон этой марки у меня Huawei. Главное ничего другое не сказать. Вот. Сейчас посмотрим. 20 дней телефон у меня. Ты даже, наверное, быстрее. Там не 17. Так. Надо аккуратно распечатать, чтобы не сделать два телефона. Так. Просили меня, просили. Бюджетный телефон. Виднеется, виднеется. Huawei. Опа-на. Так, Huawei-чик. Здесь какие-то бумажки нам не нужные. Так, Huawei P1. Вот такая вот коробка у нас. На коробке у нас много всего написано, но это нас не очень интересует. 1.5. О, здесь интересно, да? 1.5. Dual Core. 8 мегапикселей камера, 4,3 дюйма Super AMOLED дисплей, Android 4.0, Full HD, это у нас что воспроизводит. Ну, ребят, с Богом, давайте смотреть. Какой прикольный малыш. Аккуратный такой, толстенький. Так, LTE, 4G, Huawei. 8 мегапикселей. Так. Ну что, прикольный аппарат. Маленький какой-то только кажется. 4,3 дюйма все-таки уже отжили свое. А, здесь крышка не защелкнута. Я думаю, что его так разорвало. Так, давайте, что? Что? Надо телефон-то открыть. Посмотреть, есть ли батарейка в нем. Вот, кто-то мне писал из подписчиков, что у кого-то уже такой телефон есть, очень нравится, все окей, no problem. Так, а что у нас, одна симка, что ли? Да, я так понял, что одна симка и здесь флешка. Huawei Ascend P1 LTE. Ну, ребят, я вам говорил, что когда-то я закажу Huawei, Xiaomi и так далее. И батарейка 2000 мАч, но какая-то она маленькая, что ли. Надо заказать весы, чтобы мерить батарейки. Закажу, наверное, в ближайшее время. Так, вот. И говорил я вам, что закажу такой телефон брендовый, да, Huawei, там Xiaomi. Чтобы, ну, Xiaomi понятно, да. А как бы за что они гонят цену. Вот, а за Huawei я никогда не понимал, почему они такие дорогие. Кнопка, что ли, здесь? А ну-ка. Или это громкость? А, это громкость, наверное. Расположены кнопки, интересно. Телефон у нас не включается. Скорее всего, севшая батарейка. Или я что-то дупля не даю, как всегда. Ну давай, друг. Не, мертвый. Мертвый аппарат. Здесь у нас громкость. Я думаю, ну громкость нет смысла нажимать. Больше кнопок нету. Все, ребят, пошел заряжать. А не, подумал я, что заряжать, когда комплектацию не показал. Так, пленка у нас идет защитная. Здесь у нас какая-то макулатура. Здесь у нас идут наушники. Не очень, я бы сказал, такие у нас. Вот, не внутриканальные. Здесь у нас идет микро-USB кабель. И здесь идет вот такая вот зарядка. Вот. Huawei. Все, больше ничего нету. Теперь точно пошел заряжать. Ну что, воскресил я телефон. Зарядкой. Так, выключил.
Я его не включал. Тепленький телефон, нагрелся. Вот. Сколько прошло? Ну, наверное, минут 40 заряжался. Сейчас посмотрим, сколько, на сколько процентов зарядился. Был вообще мертвый. Вот так вот. Так, пленка здесь наклеена. Ага. Пленка наклеена. Вот эту хрень бы отодрать. Сейчас. Сейчас. Чтобы было видно все. Опа-на. Так. Что мы видим? Все-таки. Сейчас посмотрю яркость. Блин, остался какой-то клей на пленке. Так, а пленка у нас защитная в комплекте есть. В принципе, эту, наверное, надо будет сдирать. Как-то она наклеена криво. Так. Русский язык. Есть. Полностью все отлично. Сейчас яркость. Хоп. Вот. Экран действительно напоминает мне Super AMOLED. Но это мы уже посмотрим в тесте. Вот. Что сразу бросается в глаза? Это маленький шрифт. Смотрите. Ну все мелко, очень все мелко. Вот так телефон шустрый. Очень шустрый, я бы даже сказал. Что у нас здесь? По картинкам у нас, конечно же, ничего нету. Что мы можем проверить с вами? Можем включить камеру. Так, это у нас передняя, это задняя. С автофокусом. Автофокус гудит, если слышите. Ух. Вот такие фотографии получаются. Но как-то непонятно. Здесь вроде светло. Или тень падает. Да, наверное, тень падает. Сейчас. Так. Ну, качество видно, что действительно камера хорошая, действительно 8 мегапикселей. Только вопросы у меня к освещенности, почему такие темные фотографии. Так, камеру видео проверим в тесте еще. Play Market есть у нас. Прикольный телефон, вот первое впечатление. Достойный телефон за эти деньги. Я уже не помню, честно, сколько я за него заплатил. Ссылка будет под видео, можете посмотреть. Продавец... Как видите, все дошло, пришло. Вот диспетчер. Отдельным приложением. Так, что у нас, что еще вам показать? Давайте громкость, динамика. И закончим, я думаю. Звук, рингтон. Музыка. Музыка есть? Нет, это не то. Так, рингтон, мелодия. Ну, звук такой. Динамик вроде как большой разрез. Звук средний. Звук средний. Как на Xiaomi. Redrise. Который вы сегодня видели или еще увидите, не знаю. Не знаю, в какой там последовательности будут видео. Вот. Ну, в принципе, неплохо. Что-то напоминает мне Samsung Galaxy S2. Вот что-то из того. Ну, дисплей, понятно, напоминает мне. Хотя здесь расширение... А, да, здесь же 960 на 540. А там я даже уже не помню. Ну, в принципе, ребят, пока что говорить нечего. Вы увидели телефон. Вот так он выглядит. Вот, по отзывам вроде ребята пишут, что хороший аппарат. Ну, протестирую и вам все расскажу. Все, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Пока-пока.